Не просто. Вот на это. Да, 100 рублей. Не 500, а 100. Просто доклад. Ага. Уже вне временной прерыва. То есть любой момент я могу использовать, да, инициировать. Сильно искривлена щека, скажите честно. Видно, да? Сильно искривлена щека. Ну, удар я просто. Что это она? Красный. Ох, это не страшно. Мне главное, чтобы кость не была смещена. Абсолютно. Все, докладываем 100 рублей, окей? Все, 400 мне назад. Пойдет? Все, класс. А, ой, слушай, это же авийский репортаж срочно создал. К слову, никак не относится. Сейчас едете куда-то? Стоп. Нет, а вы едете сейчас куда-то? Нет. У меня... Да, то есть это будет просто запасник. Ага, да, у меня есть билет на сегодня, на самом деле есть. Вот, и я просто решаю время, когда мне планомерно выехать. Вот, билет есть. Я решил не покупать назад, потому что все-таки удобнее, когда карта на все-таки. Это очень хорошо, Собянин придумал. Это крутая форма, очень цивилизованная, очень. Это очень большое продвижение, на самом деле. Так что спасибо ему, вам.